Итальянские курорты привлекают туристов со всего мира. Теплое море, солнце и национальная кухня удовлетворят даже самых требовательных гостей. Но богатая история этих мест сегодняшних путешественников интересует мало, огорчается сотрудница информационного центра курорта Порто Венере. 80% туристов, которые приезжают сюда, в основном спрашивают, где можно хорошо покушать. Чтобы помочь гостям лучше узнать Италию, в свои 82 года Джулиана работает волонтером. В родном Порто Венере знает историю почти каждого камня. Она говорит, здесь, на Лигурийском побережье, часто бывал Байрон. Он приезжал в гости к своему другу поэту Шелли, который жил здесь с больной женой Мэри. Когда Шелли утонул во время шторма, Байрон очень страдал. В память о двух поэтах названа прибрежная область Гольфо дей Поэти, известная как Залив поэтов. Кроме пляжей, живописных гор и городов с развитой инфраструктурой, на Лигурийском побережье много рыбацких деревень. Зое из России приглянулась Корнилья. Говорят, ее основали пираты. Сейчас здесь живет всего 250 человек. И просыпаться, конечно, как вот в старых итальянских фильмах, Марио, Джузеппе, Доусей, где-то, и слышать, не знаю, там, петухов, например. Конечно, вот это замечательно. Для туристов из Санкт-Петербурга этот уголок Италии стал открытием. Здесь они наслаждаются солнцем и покоем. Здесь очень красиво, здесь отличается менталитет от русского. То есть, естественно, Европа есть Европа. Вот. Ну, чем здесь нравится, то что здесь как бы старинные дома, здесь нету как бы таких новостроек. Вот. И, ну, собственно, природа, море, все это безумно красиво. Семья из России сожалеет, что о Лигурии туроператоры не предоставляют информации. Видимо, поэтому здесь мало российских туристов. В самих же агентствах, например, в Петербурге, говорят, что работают в основном в Риме, Флоренции и Венеции. К сожалению, в нашей стране Лигурийское побережье не так знаменито, как хотелось бы. На самом деле это прекрасное место. Ну, будем надеяться, что быстро будет развиваться это направление. Туристов из России все больше интересует отдых в Италии. Туроператоры говорят, что в последнее время групповым турам россияне предпочитают путешествия по собственным маршрутам. Они предполагают, что скоро и курорты Лигурийского побережья станут популярны. NTD, Порто Венере, Италия.